Вера в себя творит великие чудеса, но ее постоянно нужно подпитывать действиями. И нет более подходящего момента, чем сейчас. Поэтому очень важно использовать это время для того, чтобы начать делать то, что вы постоянно откладывали. Среди успешных людей есть один маленький лайфхак для достижения целей. И мы хотим им с вами сегодня поделиться. Называется он «Принцип шпагата». И мне нужна будет Дашина помощь для того, чтобы показать это на практике. Даша? Конечно, конечно! С каждым новым движением мы выходим из зоны комфорта. Закрепляемся, привыкаем и пробуем снова. И так у нас все будет получаться лучше и лучше. И этот принцип работает везде и во всем. Максимальный рост будет происходить только тогда, когда мы будем постоянно делать шаги дальше зоны комфорта. Поэтому пришла пора прокачивать свои скиллы, себя и свои знания.